this all on my own. I'm no Superman. Студент СПК Михаил Попов в очередной раз предоставил нам информационный повод. Он стал студентом года среди учащихся СУЗов округа и заодно получил приз за эффективное управление целой страной. В ролевой игре он проявил себя отличным президентом. Трудно быть президентом вообще? Президентом? Просто изначально я взял лидерство и попросил ребят каждому выполнять свою работу. А начинал Михаил 4 года назад. На первом курсе он был мэром Сургута. А как иначе, с такой-то фамилией? Мы решили, что мало парковок в нашем городе, и надо бы сделать побольше. После этого появилось несколько парковок, и несколько новых домов построились. Так что за время учебы в СПК Миша сделал неплохую карьеру. А если серьезно, он все 4 года был героем наших новостей. Я счастлив. Я Хатико. Но это еще не все. Наш герой еще умудрился выучиться в колледже за 4. Он получил профессии не только техника по автоматизации, но и автомеханика и электромонтера 4 разряда. И отучился на права. Если есть цель в жизни, вот потихонечку к ней двигаюсь. Хочу стать автоэлектриком. Слушай, ты знаешь, кто такой Попов? Михаил-то? Не, ну кто он? Ну, лучше студент, наверное. Служит примером. Это видно, это, как говорится, ну, трудно не заметить. Он везде участвует, то есть не зазнался. Лидер, он нас вел на Алтае постоянно, вот сколько с ним было, 2 поездки. У него всегда в рюкзаке было с собой все. Что не спросишь, у него всегда все это было. Это запомнилось всем. Ну, вообще молодец. Добился всего, да, он занимается и спортом, и в учебе, и он везде вообще просто хороший парень. В общем, этот парень еще станет героем газетных заголовков. Если честно, то я уверен, что у него под рубашкой спрятан костюм Супермена. И я хочу это проверить лично. Да, Миша Попов настоящий герой, находка для журналиста, но героем можно стать куда проще. Для этого нам понадобится самый неказистый вариант. Для этого тебе понадобится любая камера, любой фон и любой интернет. Безлимитный. Ну ладно. Вообще, главные герои интернета это кто? Блогеры и тролли. Короче, начнем именно с этого. Ты готов, ты настоящий блогер. За основу мы возьмем самую популярную тему в городе. Всем привет, с вами ГГ. Это программа о главных героях. Кто главный герой Сургута нынешней весной? Тот же, кто был главным героем минувшей осени. Это мне на память. То есть вы не будете никуда приклеивать, оставите себе. Нет. Я ее высушу, положу до следующего года. Стоп! Главный герой здесь ты, и только ты. Делай акцент на этом. Выпячивай себя. О, да. И по словам чиновников, клеили стикеры с гордостью. То есть асфальт для них. Это родина, которую они отстояли. Вот это мне нравится. Больше экспрессии. Денег на ремонт в этом году выделили рекордную сумму. Без малого 400 миллионов рублей. Это чуть ли не в 10 раз больше, чем, например, в 2009. А если пересчитать на 1913, то мы здесь вообще по золоту катаемся. Да, тема денег беспроигрышная. Добавь огня. Людям это точно понравится. На Ленина и Чехова при асфальтировании дорожного полотна применялись специальные добавки. А тут что-нибудь из Чехова. Дедушка, забери меня отсюда. 500 миллионов, то, что мы планируем освоить на следующий год. 500 миллионов! Да разменяйте вы их по 5 рублей и закатайте вместо асфальта. Я злодей. Это был главный герой. Ищите нас на Ютубе. Итак, мы увидели двух героев. Одного незаметного в толпе, но яркого по жизни. Другого суперпопулярного в формате HD, но абсолютно пустого внутри. Так кого выбираешь ты?